Всем огромный привет, как и обещал, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival. У нас с вами второй выпуск сегодня. Следующий выпуск будет, естественно, завтра. Напоминаю, модификация, которую мы с вами используем по Гнейше. Если кому-то интересна модификация, то все они в описании под видео и всегда под всеми выпусками они есть. Мы с вами продолжаем с того же места, правда, я тут еще один раз умер от ужасной птицы. Но, в принципе, ничего больше не произошло. Естественно, листорозаврик наш погиб. И сейчас нужно будет приручать кого-то нового. Я труп не могу свой разломать. Я не знаю почему. Это прям очень плохо на самом деле, потому что потом, когда у нас с вами будут эти самые телепорты, они могут попытаться из этих трубов подцепить вещи, но я надеюсь, что все будет нормально. Кожу, самое главное, мы с вами собрали, то есть можно будет там на постели все это дело развернуть. Секунду. Не могу я собрать с трупа ничего, ладно, плевать. Где ужасная птица? Это что такое? А, это трупик моего существа, и он отмечается вот так вот, хорошо. Она сломала. Мы не можем подняться наверх. Ладно, плевать. Все, тогда просто почесали отсюда. Ну как почесали? Вот там Трайк. Сейчас будем приручать. У нас есть 59 межабери. Трайкушка, я надеюсь, ты спокойно приручаешься. Ну-ка. Он быстрый прям. Ну как вот, знаете, как говорили. Все зависит от уровня. 3,7%. Это вообще замечательно. Должен приручаться прям очень быстро. Секундочку, а седло на Трайка? Ну, скорее всего, это обычное седло Трицератопс. Я не думаю, что у него есть отдельное седло на Трайка. Нет, нету. Значит, Трицератопс. У нас с вами все есть, кроме кожи. Ладно, соберем. Это вообще не проблема. Я покормил? Покормил, все хорошо. Ой, тихо ты, не агрись только. Я помню, там какие-то Трицератопсы где-то были, к которым нельзя спереди заходить. И когда заходишь спереди, они начинают агриться и атаковать тебя. В какой модификации это было, я уже даже не помню. Если не ошибаюсь, между кормежками сейчас должен быть поменьше промежуток, потому что только вот между первой и второй самый долгий. Дальше все там довольно-таки быстро происходит. Тихо-тихо. Вот, отлично, сейчас приручим. Ну, конечно, не супер быстро, но все же. Все, отлично, последнюю кормежку мы приручаем. Конечно же, нужно седло, но 50 тысяч здоровья. 50 тысяч здоровья, 2600 урон, 415 скорость передвижения. А пойдемте-ка разберемся с той ужасной птицей. Я надеюсь, что у нас все получится, тем более этот самый титанозавр там наверху. Главное, чтобы он не пришел. Итак, ужасная птица была где-то здесь, да? Сейчас внимательно. Умерла, что ли, уже? Последний раз, когда я ее видел, она сражалась с чайкой. Чайка могла быть модифицированной на самом деле. Ладно, я не хочу рядом с этим титанозавром находиться, потому что такого Трайка терять не хочется, тем более с учетом того, сколько я его приручал. Ладно, Трайкушка, пойдем. Сейчас мы с тобой найдем кого-нибудь другого. Нам просто кожа нужна. Кожа у нас сейчас с вами всего 54, нужно еще соточку набрать. Ну вот, например, черепаха. Вполне себе такая цель. Давай поближе подойдем. Давай. Пожалуйста, атакуем ее. Я надеюсь, это обычная черепаха. Ну? Бей ее, блин. Да бей ты ее. Ладно, хорошо. Атаковать мою цель. Во, 1100. Шикарно. Вот это я понимаю. Все шикарно. Это нам и кожа, и кератин. Так, листорозавры. Ну-ка. Атакуй. Есть, хорошо. Еще двадцаточка. Не уйдешь. Спокойно. Это что такое, чайка? Нет, гриф. Бей грифа, бей грифа, грифа бей. Да мне кажется, все хорошо будет. Минус гриф. Шикарно. Грифа вообще в один удар. Еще 26. Там какой-то странный листрозавр очень сильный. Просто толстый, 560, понятно. Отъевшийся такой, хорошенький был. 17 кожи, того у нас с вами 162. И можно больше не париться, делаем седло. И у нас с вами появляется суперсильный трицератопс. Но правда написан Трайк. Кстати, мы можем сделать из одной единицы соломы скин, который сделает из него стерокозавра, но по идее это просто скин, то есть он ни на что больше не влияет. Давайте прокачаем урон в ближнем бою и вообще-то сделаем этот скин.
На самом деле скин классный. То есть он вот так вот выглядит очень обычно, стандартно. А когда мы его с вами превращаем в стерокозавра, это выглядит 90, эй. Все хорошо, появилось все. Выглядит это вот так. Не, ну реально круто выглядит. Так, и теперь протестируем, насколько ты силен. Кстати. Чего за макаки, а? Объясните мне. Обычные? Нет, это зомби мезопитеки. Ладно, пока что стороной. То есть, по идее. Да, все, хорошо, мы с вами собираем ягоды. Собираем с вами, естественно. Не собираем мы с вами почему-то древесину, потому что... А, это разные удары. Воу, я зря это сделал. Да что ж ты будешь делать-то, а? Куда они улетают? А если вот так вот? Где они? Куда ты их деваешь? Ладно, подожди, сними скин. А, у тебя изменены атаки, в принципе, я понял. Это не в скине дело. Это просто измененные атаки. Давай сейчас еще немножко урон в ближнем бою. Попытаемся еще раз ударить. Только внимательно. Блин. Жук. Ну ладно, хорошо. Можно так, на самом деле. Стой, дай мне слезть тебе. Как минимум, это опыт хитинки ротин. Так, секундочку, давай-ка немножко выносливость подкачаем. Что там с тобой происходит? А, это не с тобой. Я вот не знаю, насколько он силен. И вообще, стоит ли на него залупаться. Песик. Песика забили. Все, ладно, хорошо, еще немножко кожи. Я, как помните, кожу собирал для того, чтобы постель сделать. У нас с вами кожи 35, сейчас не хватает. Кто там тебя бьет? Зато мы можем, секундочку, перейти на 25 уровень. Блин, так громко его убьют, на самом деле, в правом ухе. Амникуляр, 12 кристаллов нужно. Кто тебя бьет? Да что тут не так-то? Ну ладно, хорошо. Зомби-капсагнат, кстати. Он у меня слабее. У меня 1400 урон, нормально. Ну-ка. 1500. Давай запьем, я думаю, что это большое количество кожи. Правда, сколько у него здоровья, непонятно. Представляешь, там сейчас 1300. Сейчас проверим. Ну-ка, правая клавиша мыши. 2200. Воу, 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 воу. Что творит? Вот это урон, вот это я понимаю. Кровь пошла. Да, кровь пошла, точно. Получаем с вами стрелы, селитру, наркотики, стимулятор. Шикарно. Что-нибудь еще есть тебе? Нет, все пусто. Так, кожа. Хитин. Как странно. Чертовски странно на самом деле. Также очень странно то, что мы не собирали с вами солому с древесиной. Ну ладно, с этим можно смириться. Здесь нужно быть аккуратным, потому что здесь периодически в некоторых модификациях босс исполнится. Но наша задача сейчас следующая. Что там у нас, кентрозавр? Наша задача следующая. Проехать вот этой дорожкой. Кстати, металл. Металл мы с вами соберем по-любому. Аллозавры здесь бывают также. Собираем это все добро. И нам нужно сейчас с вами попасть вот на то плато, чтобы можно было собрать кристаллы. Так, Трайкушка, ты камни не собираешь? Ах ты, господи, боженьки мои, ты собираешь камни? Да ладно, блин, я и забыл, я такой типа, ведь что-то же он собирал? Ведь не просто же так он машкает башкой, ты посмотри на эту красоту. И у него носимый вес, 5000. То есть мы сейчас с вами все это дело соберем просто на раз-два. Я здоровье качать не буду ему, можно было бы, но пока что урон. Пока что исключительно урон в ближнем бою. Вот это мы сейчас с вами форманем, и можно будет строить себе как раз этот самый дворцы. Ну ладно, дворец мы строить не будем, но построим хотя бы там первоначальную постройку какую-то. Потому что самая большая проблема у нас была, если не ошибаюсь, именно с камнем. Так. Там еще один маленький титанозаврик, но он нам с вами не опасен. Наша задача сейчас спрыгнуть вот сюда. Естественно, не убить нашего Трайка. Да тихо ты, кто там? Ты сейчас слышал? Кажется, был Пегамасекс, да? Вон, вижу слева. Ну. Все хорошо. Был Пегамастекс, нет Пегамастекса. Все отлично.
Так, сейчас мы с вами соберем с него кожу, если это возможно. Нет, он улетел куда-то. В этом проблема, то что он откидывает очень далеко. Но самое главное собрать 12 кристаллов. 7, 8, 9, 13, отлично, все. У нас с вами есть имникуляр. Теперь благодаря этому мы с вами, естественно, можем спокойно видеть, кто какого уровня, у кого сколько оглушения, сколько наши стрелы накладывают оглушение. И это прям самое главное. И я именно поэтому хотел глянуть, что там происходит у этих... Тихо, гриф, ты мне не интересен. Что там происходит у этих титаносавров непонятных? Как они превращаются? Но мы сейчас это можем узнать, потому что у нас есть гайд по Пукнейше. Просто нам нужно понять, как они превращаются. Пассивно, не пассивно. И сколько у него оглушения. Секунду. Давай-ка мы глянем. Прям один момент. У титанозавра 26 тысяч здоровья, 42 тысячи оглушения. Пикаюн титанозавр. И, естественно, здесь есть Продиджиус. Ну, не такой же, но примерно такой же, как раз листрозавр, как у нас был. У нас с вами есть 12 стрел. Есть протухшее мясо. Немножечко наркобери. Хотелось бы побольше. Честно говоря, кстати, а я выучил эти стрелы или нет? Я их, кажется, не выучил. Это на 20 уровне было. Секунду, где они? Постройки. Вот стрелы. Делаться должны в кармане, да. Можно сделать только одну. Блин, с учетом того, насколько они мощные, то есть насколько они дорогие, они должны быть мощными. 13 стрел. 13 стрел. Листра, сколько у тебя оглушения? 934, это не показательно. Там 476, 59 тысяч. 336, 42. Жахнуть, что ли, Раздик? Ладно, давай жахнем. Ну давай. Спокойно. Да тихо ты. Меня сейчас убьют. Да уйди ты. Я застрял. Управлять. Фуф, урон маленький. 900, 1000, 1000 оглушения с одной стрелы. Все, я понял. Ну то есть, сейчас не понимаю, подожди, он набирается что ли? 927. И все, да? Я с тебя стрелять могу. Класс, я могу с него стрелять. Попадание. Да ладно тебе, отстань, что ты. 1800. То есть, в принципе, если подзаморочиться, никаких проблем нету с тем, чтобы его приручить. Кстати, еще 9 уровней. Давай, 200 здоровья, 200 выносливость, обязательно скорость передвижения, потому что с этим могут возникнуть проблемы. Мы ни от кого не убежим, да даже вот за ним было бегать, приручать, за этим трицератопсом было очень долго и противно. Так, одну секунду. Ягода собирается фигово, конечно, на нем, но это вот именно его особенность, мне кажется. Этого маленького мы оставим в покое. Кстати, ты прыгать можешь? Это чит, он может прыгать, зараза такая. Это прям шикарно. Нет, я не долечу. Тихо. Тихо. Только не разбивайся. Нам нужно сейчас подсобрать с вами ягоды. Давайте сейчас быстренько это сделаю. У меня есть здесь модификация Spoiling Bin, то есть это коробка для того, чтобы портить мясо по-быстрому. Я сейчас мясо испорчу, это вообще не проблема. Кстати, если не ошибаюсь, мы... Ну нет, сейчас не можем испортить. Ну давайте выучим сейчас Spoiling Bin. Где он там у нас с вами? Вот так вот, Spoiling Bin. Как видите, он очень дешевый, у нас все для этого есть. Быстренько делаем. Кстати, делаем постель. Нужно сейчас принести это домой, там поставить. Вы знаете, я так подумал, что легче всего на самом деле стрелы набить именно с этих самых как раз титанозавров. Просто бегать их убивать. У нас с вами сейчас 19 стрел, 2000 наркобери. Ну да, я могу сейчас сделать там сколько? Почему 5? А, у меня протухшего мяса мало, понятно. Глейсил карбонемис, 6000 здоровья. Давай по-быстренькому. Раз, два и готово. Хорошо. Сгодится. Компи. Ну-ка, карбонемис. Нет, мне ничего нету. С грифов, сами понимаете, протухшее мясо выпадает. Секунду. Еще 18, хорошо. Не-не-не, мне нужно побольше. Сейчас, секундочку. Сейчас мы с вами раздобудем. Жалко, тут дошки улетают прям в никуда. Тушканчик. В тебе что-нибудь есть? Я так помню, что он может крафтить краски. Но нам это сейчас с вами не нужно. Нам бы побольше вот этих титанозавров, вообще было бы шикарно. Смотри, что здесь наспаунилось. Смотри, смотри, смотри. Обычный комсогнат, обалдеть. Вот ведь мелкие... Да что вы здесь все забыли? Листрозаврик, душка. Чего? Я ведь только сказал, что здесь никто не спаунится. И ты смотри, что здесь творится. Они спаунятся прям вообще везде.
Ну ладно, надеюсь, что когда я здесь поставлю какие-нибудь там, не знаю, еще фундаменты или еще что-то, это убьет спаун на самом деле. А Terrestrial Jarboe мы с вами трогать не будем. Так, сюда выкидываем весь металл. Секундочку, 323. Соответствующее количество древесины. Я надеюсь, что этого хватит. Далее, нам с вами нужно поставить сейчас... Во-первых, у нас здесь готовы фундаменты, по-любому. Давайте, они будут покрепче, потому что в них использован камень. Их просто так не сломать. Раз, два, три, четыре. Давай-ка тебя уберем отсюда. Ну, да, четыре фундамента — это не дом, но хотя бы что-то. Ну, ладно тебе, слушай, ты-то здесь откуда взялся? Хорош здесь спавнится. Соответственно, сюда пока что кинем постель. Это наша пока что будет временная будочка, временное убежище. А ты будешь стоять вот здесь вот, ну, просто так, для красоты. Естественно, сейчас закидываем сюда мясо и делаем стрелы. Делаем стрелы по максимуму, 44 штуки, плюс у нас с вами есть там 19-20. Давайте посмотрим, как эти как раз титанозавры приручаются. Итак, открываем. Ищем их здесь. Можно вбить сюда просто титанозавр. Как видите, выпадают из списка. Что у нас с вами? Пикаюн титанозавр. Итак, ты можешь приручить так много, как ты хочешь. Больше не нужно заботиться о том, что у них... А, больше не нужны... Не нужно стрелять в них из пушек. И они гораздо слабее, чем их более крупные как раз... собратья. Но при этом они схожи по силе с бронтозаврами. Все же на нем можно ездить при помощи платформы. Он вегетарианец, кушает межабери, приручается путем усыпления. Пожалуйста, ну, естественно, все на английском, то есть я постарался так максимально быстро перевести на скидку. То есть, если где-то что-то неправильно. Но мне кажется, я все правильно перевел. Но все равно извините. Секундочку, я только что здесь видел одного. Где он? Вот он только что здесь ходил. Я хочу заглянуть сейчас, что у нас в дропе. А, вон он. Блин, быстрый, зараза. Ну-ка, дроп. Рассказывай. Ну, типа... Эй, я хотел забрать. Ладно, бог с тобой. Титанозавр 476. 59 тысяч оглушений. Секунду. А вот у того... Я думаю, знаете, что нужно сделать? Вкачать немножечко скорость передвижения. Прям капельку. Хорошо качается, зараза. Потому что у нас с вами нет возможности разогнаться на этом трицератопсе. То есть, зажав правую клавишу мыши. Очень странно, но мне кажется, вот тот титанозавр, это и есть тот самый, который здесь бродил. Так, у нас с вами есть стрелы, еще 5 уровней, то есть это будет 116% скорость продвижения. Дальше стойкость, и нужно еще на 7 вес подкачать. Ну, ладно, значит, пошли усыплять его. Есть, правда, один крошечный-прикрошечный нюанс. Я все-таки хочу сейчас в первую очередь сделать ступку и пестик. Давайте. Скрафтим ступку и пестик. Блин, мне не нужна вторая коробка для... того, чтобы портить мясо, ладно, потом куда-нибудь денем. Соответственно, будешь стоять пока что здесь. Нужно стены сделать. А нам что с тобой нужно? У нас есть протухшее мясо, у нас есть наркобери. Съедобные наркотики, делаем 19 штук. И я хотел выучить вот это вот зелье. Правда, делается оно непонятно где. Сейчас посмотрим. Вот это зелье, вроде в кармане. Наркотики 50, селитра 100. Стимуляторы 50. Подожди, это легко. Делается, нет, оно делается вот в этом как раз верстаке. Сейчас, а может быть и не в нем, сейчас все проверим. У нас должно было поплавиться здесь. Да, металл поплавился, хорошо. Мне не хватает немножко камней. Но вы помните, сколько мы их собрали. Камней у нас с вами уже пару десятков тысяч. Так, здесь еще стрелы. Еще наркобери. Да, кстати, вот это можно пока что отсюда забрать. У нас есть селитра, я, честно говоря, не знаю откуда. Но в принципе это хорошо. У нас 75 кремния. Но сейчас соберем опять же. То есть, давай, сейчас заберем отсюда вот так вот. Есть. Положим частично это добро сюда. Это добро. 6 наркотиков здесь. Сейчас все сделаем. Я просто хочу сразу сделать зелье, чтобы убрать ему еду и быстренько приручить. В общем, как вы понимаете, меня немножечко откинуло. Сейчас я все восстановлю. Ничего страшного. То есть сделаем еще раз верстак. А я, получается... Понятно, зараза, обидно. Я сейчас без кремния, нужно все по новой собирать. Ладно, не страшно, сейчас соберем. Я могу в рюкзаке делать, я могу там не ждать. Все хорошо. Мы просто с вами сейчас добываем кремень. Сразу заказываем крафтиться. Сколько там? 50. Давай, пошел. И продолжаем добывать. Рюкзак — это вещь. Господи, я про него совершенно забыл. Устанавливаем на место. Есть. Наркотики. Наркотики здесь делаются. Мы можем просто в кармане сейчас забрать из тебя стимбери, выучить стимулятор. Только, наверное, не по-русски, а, наверное, стимулятор. Как-то вот так вот, да. Стимулант. Соответственно, делаем с вами сейчас 50 штук. Слушайте, как четенько получилось, а? Единственный один момент такой маленький.
А, пика-пика-пикайон. Хорошо, подожди, титанозавр. Да ладно тебе. Седлышко-то на него на 75 уровне. Итак, съедобные наркотики. Делаем с вами как раз зелье для того, чтобы убирать голод. В будущем мы с вами их налепим штук 100, то есть вообще без проблем. Ну и плюс он у нас с вами будет... Опа, на. Че сейчас сделаю? Зачем? Берись отсюда. Ты откуда здесь взялся? Кстати, давайте переложим это на шестерку, потому что я привык, что она там. 504-й спинозавр. Ну, я не знаю. Ты мне нужен, не нужен. Давайте забьем. У него слишком маленький урон. Я, конечно, понимаю, что его можно прокачать, скорее всего, но что-то как-то... Не знаю, мне сейчас здесь не нужен. И тем более, секундочку. Воу, а в тебе много всего вкусного. Редкие грибы, цветы, порох. Первосорточку, пожалуйста, побольше. Побольше первосорточки. Давай еще. Две, мало, очень мало. Ладно, плевать на него. Это же тот титанозавр, да? 476, 33 тысячи здоровья, 59 тысяч оглушения. Ну, то есть, хоть как-то, но я его смогу приручить, я думаю. Давай, погнали. Секунду, кто там мешается под ногами? Брысь отсюда. Мы сейчас с вами, знаете, что будем делать? Проверять все-таки, насколько быстро оглушение набирается. Он меня даже не может задеть, потому что ударить. Ему текстурка не позволяет, прикольно. Именно текстурка нашего... Этого самого, как его... Стеркозавра. Хотя... Да не, вроде нормально, подошел. Ну давай еще раз попробуем. Видишь, он головой упирается врага и подойти не может. Прикольно. Все. Есть. Так, пожалуйста, не атакуй никого, ладно? Соответственно, секундочку. Да, еда у него на максимуме. Значит, мы с вами закидываем сюда зелье. Прожимаем, убираем еду. Я совершенно забыл. Дай, пожалуйста, сюда межеберри. Нам его еще приручить нужно. Стоп, спокойно. Спокойно, не рычи. На, мы сюда положились. Приручение по... 0,3, 3,5 где-то процента. Самочка. Хорошо, что не 700-я, потому что это было бы еще медленнее. Ну и осталось просто подождать, пока она приручится. Естественно, голода хватит, там 213 тысяч голода. Нормально, можно, кстати, все межеберри положить, чтобы она не голодала потом. И как я на тебе ездить буду, я, честно говоря, не знаю, прям очень обидно. Это у нас получается 51-й, хорошо, теперь носимый вес. Я совершенно принесал 55-й, то есть, в принципе, нужно... В принципе, это всего-навсего нужно 20 уровней, это не так сложно. Нужно обязательно будет сделать, ну не в следующем выпуске, может быть, через выпуск телепортеры, чтобы можно было все это нормально домой притаскивать и складировать. Кстати, смотрите, как это все выучилось классно. Мы просто с вами открыли верстак и выучили все эти постройки, которые в нем делаются. И вот на 42-м уровне у нас появляется стол каменщика, который позволит делать вот эти вот все каменные постройки из Skips, Castles, как там, наоборот, Castles, Skips, Forts, Medulla, Architecture. Блин, вот это на самом деле прям очень сложная модификация в плане того, что здесь нужно очень много ресурсов, но она очень красивая, и я хотел бы хоть что-то из нее построить. Естественно, это будет не супер-пупер замок, но хоть что-то такое более-менее прикольное. Но нам нужно выучить обязательно там полимеры, станки, все это добро, генераторы. Ну, вот. Транквилизирующий дротик. Я думаю, что он будет гораздо лучше наркотики, порох, слитки металла. Естественно, нужна длинная винтовка. А где ее? Пролистал, что ли? Да, вот она, длинная винтовка. И патрон. Нет, не патрон, а пуля. Пуля. Вот, пуля простой винтовки. Но как бы вот эта фишка с длинной винтовкой, это совсем не обязательно, потому что, как минимум, у нас с вами появится в ближайшее время, я думаю, животное, на котором мы сможем усыплять. Ну что ж, пока он приручается, я тут поезжу кругами, немножечко пособираю наркоберри, потому что, ну... Нужно обязательно сейчас еще сделать наркотиков побольше, то есть таким образом будем хоть немножечко прокачиваться. Вообще-то нужно найти хищника и посражаться с ним, то есть... Воу, подожди, ты начал собирать кожу и мясо? А почему ты раньше не собирал? Не, ну серьезно, по чесноку, а чего я раньше-то не собирал при помощи него? Мне казалось, что нельзя. Ладно, проехали. Значит, можно собирать и то, и другое. И хитин, и мясо, все хорошо. А если правой клавишей мыши? Здесь урон побольше. А, правой клавишей мыши нельзя, левой собирается. Все, окей. То на левой клавише мыши еще и волокно собирает. Опять же, я только что это заметил. Я уже собрал 8000 волокна и только заметил, что он это делает. Обалдеть. Все, с волокном у нас с вами проблем нету, с камнями проблем нету. Осталось только найти кого-то, кто будет собирать древесину. Ну, я не знаю, но это навряд ли бобер.
Скорее всего, есть какое-то другое существо, просто нужно поискать. Ну что, титанозавр приручился, я правда не знаю сейчас, каком... Я вижу еще одного спинозавра там, обалдеть. Я правда не знаю, что у него там по урону и прочего, но, как видите, 50 тысяч здоровья, урон 1500%, жалко, я не могу без седла пока что на нем поездить. Правда, пока я тут ездил, уже 58 уровень наковырял. То есть, честно говоря, тут буквально... Секунду, давайте я прокачаем еще один уровень сюда. Стоп. Буквально остается, ну, сколько? 12 уровней. Что-то типа того, да. Мосхопс. Мосхопс дает еще один уровень, секундочку. Нет, ну почти. Вон, смотрите, кто здесь. Я не знаю, ты модифицированный, нет? Нет, не модифицированный, обычный. Какой уровень? 700-й, давай 700-й, пожалуйста. Я вижу 812-й. Я там, кажется, пиявку вижу. 4 уровня тебе. Секунду, и пираний. И 7 уровней у меня. Камон, подожди, 63-й. Носимый вес. Мне кажется, ли я там пиявку вижу? Пираньи. Трилобиты. Балдеть, бред какой-то. Просто шикарно. Вон пиявка, видишь? Да, точно, это пиявки. Обалдеть. Вот это нежданчик. Слушай, откуда они все здесь? Какой у меня уровень? Это получается сейчас 66-й. То есть мне остается буквально 9 уровней. И мы с вами сможем сделать на него седло. Но предлагаю этим заниматься уже в следующем выпуске. На этом этот сегодняшний выпуск давайте завершим. Он должен получиться довольно-таки большим. Тем более снимал я его уже реально. Снимаю его, наверное, часа 3 с лишним. И, ну, просто на самом деле не стоит растягивать. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Это действительно моя самая любимая модификация, потому что она самая разнообразная и самая проработанная. Такого разнообразия умений у существ и вообще разнообразия существ я не видел еще ни в одной модификации. Я не представляю, сколько времени и сколько работы было проведено разработчикам при создании этой модификации. Но это что-то просто безумное. Правда, здесь у этой модификации 5 разработчиков. Возможно, ну да, ребята работают в пятером. Нужно будет обязательно задонатить, потому что это очень круто. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Сегодня приручили себе... Сначала у нас был небольшой листрозаврик, ну точнее огромный листрозавр, но мы его потеряли, но зато теперь есть стерокозавр, есть вот этот титанозавр, и они нам позволят с вами довольно-таки быстро и хорошо развиваться. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока, увидимся в следующем, он будет завтра.